остановился. Нажимаешь. Мечтаю. Жесть, когда отойди? Тут человек рыбачит на море. Все, готово? На меня смотрите? Да. Готово. Еще сейчас. Готово? Все, отлично. Тут надо эту форель. Еще раз. Форель туда посадить. Надо килограммов на 5. Все, готово? Чтобы удочка была видна. Будет видно. Все, отлично. Откуда приехали? Байконур. Ужас. Казахстан, знаешь? Мы 2200 проехали. 2200? Сухой. Мы учились в Москву. А, самолетом, да? Да, самолетом туда, а поездом отсюда буду добираться. Вот. Но удочку с собой взяли, да? А удочка тут постоянно у меня. А, здесь родня, что ли? Родня. Понятно. Ну, летом, наверное, получше клюет, да? Ну, клюет-то она, смотря когда. Это главное на море было побывать. Вон клюет. Сандаль. Сейчас. Поэтому мы стараемся, а что же мы будем делать дальше?
У нас гостиничный фонд просто фантастический. Сейчас огромнейший гостиничный фонд. Чем его занять? Чем заинтересовать людей? Как сюда привлечь? Ну, только и делать нормально, так что абсолютно все. И под песком, не знаю. Ну, я тебе скажу, что качество обслуживания сейчас это максимальный уровень, который возможен. Я тебе максимально. То есть лучше уже никак, да? Ну, менталитет. Ну, достаточно плохо относится к туристам. Несмотря на то, что это Москва. Но это такое с изначально посыл. Ну, в общем, все это ужасно. Особенно после пятницы. Жесткое похмелье. Ну, просто вот как привлечь сюда людей? Нужно тогда соревновать. Нужна какая-то движуха. Чем мы их создать? За 7 лет никто не придумал, как к вокзалу подъехать просто автобусом. Ну, реально, как бы, тут транспортная проблема. Я вот человек со стороны, который приехал, я понимаю, что это проблема. Это еще вообще пустой город. Это сказка. Ну, то, да. Что сейчас это сказка. Обычно все стоит во все стороны. Весь город стоит просто. Не, я так заранее посматривал в этом на Яндекс.Навигации. Ну, там, ну, предыдущие, там, когда еще пускали, то есть там декабрь, ноябрь, так, да. Лето, конечно, не смотрел, но все красное было постоянно. Ну, что могу сказать? Нет, ну это просто очень гармонично. Печально, печально, печально. Потому что, и по мне, так лучше бы сделали следующим образом. Взяли бы пустое где-нибудь здесь место, абсолютно пустое, где никто ничего не живет. Сделали бы там инфраструктуру, построили рядом аэропорт. В принудительном порядке сделали бы перелет в оба конца, там, 10-5 на человека. Принудительно, допустим, я не знаю, там, с Самары. И отдать эту землю с инфраструктурой, я не знаю, там, туркам этим, вот, сетевикам, которые умеют качественно делать, все. Они бы показали. Они бы здесь начали зарабатывать, и на фоне этого, как бы, вот эта вот вся тема, как бы, вот соху, я просто не понимаю, зачем туристы сюда едут, реально. Зачем туристы сюда едут? Я не едут. Они не едут. Ну, ты приехал. Чисто повелся, с Олимпиады. Повелся. Ну, вот ты вот так вот всех, ну, просто замай. Просто последний раз я здесь был здесь 10 лет тому назад. Обвинился? Ну, да. Легонько, да? Да, легонько. Адски они сделали. Thank you.
Ну, тут тепло даже лучше. Мало? Да. На будущее задачи надо было. Слушай, а на подъемник вниз или прямо? Сейчас выходишь, нет, на подъемник получится, смотря куда. Там в какую? В Лауру или в... Нам в Лауру же надо, да? Наташа! А в Лауру получается прямо, да? Прямо получается, будешь один налево, один направо подъем. Там получается, если память не изменяет, левее. Потому что мы были. Мы в первый раз где были? В Розе, да, или что? Самки. Ну как она называлась? Самки. Саны, да? За саны. Саны. Нам тоже было. Покрашенная земля. А нам открытые нужны.
Буквально один раз промахнуться мы догоним. Ну как, хорошего. Плохую желать не вижу, конечно. Thank you.
Ага. Сейчас. Ромка, чё, как? Сегодня Украина дала, несмотря на гражданскую войну. Я наоборот их подстегнул. Ну да. Страшно подстегнул, видно, они через не могу. Ну все попадали, что делать? Ну Пихлер, наверное, приплясывает сейчас. А як же? По-другому никак. Сейчас уберу. Что там творится в Киеве-то, караул? Блин, там что-то за 30 уже, да, количество уже ушло? Какое там? Да там пиздец, там месяц. Там же они оружие получили. Во Львове грабанули они. Хранилище. Воды больше 1000 единиц. Походу. Ого. Да, походу. Часть отобрали у них обратно. Да это, конечно, Европа и Америка. Я думаю, сейчас раздробят ее все равно. Думаю, да. Да нет, сейчас что-нибудь придумают. Ну, ход должны сделать. Кличко там. Хороший человек. Да блин, это что, блядь, опять, блядь. Нахер эти 2 миллиарда или 4 уже, блядь. Надо. Даже доллары, пока дали 4. Ну и что? Кроме того, что у нас евро 50 уже, ничего не произошло. Европа, думаю, будет им будет хлеб с маслом. Не будет, вот сумма будет делать. Будет аграрная Украина и все. Ну хорошо. Стали, как Румыния. Сейчас. Хотели бы, будет. Просто кусочек там Восточной Европы появится еще нечередной и все. Ну да, поближе к нашим границам.
и они все потихонечку опять получат европаспорта и там переедут в Германию, Францию. Да, они так по всей Европе будут. Уже на обратно ворачиваются сейчас в России, везде, в Европе лайдни. До Олимпийского парка как лучше, на ЖД или на... На Олимпийский парк идет автобус, ЖД, электричка ходит каждый час 38 минут. Да, вот я уже узнал. Да. Это правда? А они некоторые говорят, что чаще. Нет, каждый час 38, допустим, сейчас 7.38, потом 8.38. А? Я тут уже положил телефон. А лучше сядьте на автобус Б-11. Он напрямую идет без остановок. А в этот даже а меньше часа. А до Сочи как лучше? А до Сочи там лучше на электричке, наверное. Потому что там может пробку попасть. В Адлере, да? Да, в Адлере. А, и только там, да, пробка? Ну, там вот по курортному есть. А здесь как часто электричка ходит? Ну, до Сочи чаще. Я вот просто в Сочи не ездил, не знаю, не узнавал. Час 20 она идет туда. Главное, чтобы часто ходила. Ну, она чаще, чем в Олимпийский парк, наверное, будет ходить. А Олимпийский парк только с аккредитацией, да, пускай? Ну, не, вот с этим, с паспортом болельщика. Не, а, там в деревне в Олимпийском. Ну, туда вообще не пускают. Ну, туда только этих, аккредитованных. Специально. Удобно, вот сели мы на автобус, тоже на электричку не стали 40 минут ждать. Сели на автобус, он минут за 40, за 50 нас. Комфортный такой, даже вырубились все. Че, может, на автобус поедем? Склон-то, а? Сочи? Сочи лучше на электричку. Как подсвечено, шикарно. Теперь сказали, что на электричке лучше. Ага. Да. Ничего. Слушай, ну ты представляешь, я выехал прямо за тобой, но поехал через эти самые, через... Там бобслед этот раз? Эти. Где? Вон справа. Ну, через подъемник. Ну это так или долго. Что там? Нет, вот, вот это только... же как его, сегодня они гоняли на лыжах, сейчас потом на сноуборде подъем, перед этим. Потом на лыжах прыгают, с трамплинами едут. Четверо человек потом. А-а-а. Каждый на время едет отдельно. Как он называется. И там получается подъемник, он до самого верха того, да? Или нет? То, что свет горит. Я пожалуйста, да. Или нет? Слушай, ну тут еще более того. Я тебе скажу. Он наверх, я прихожу на этот подъем. Мне внизу говорят, лучше на подъемниках быстрее. А ну, там идти еще. Нет. Как ты да? пошла? Я подхожу к подъемнику, а да, ты бежала. А тут я подхожу к подъемнику, до которого идти 10 минут, и очередь часа на полтора. Нормально? И я говорю, и мне еще говорят, это ваши проблемы. Я говорю, я вы че? Ваши. Ну, мы не отвечаем за наших волонтеров, которые внизу. Я такой, охренели, говорю, вы совсем что ли уже? Ну там еще, правда, всего два человека, у которых билеты было, были на хоккей, и то, может быть, пошутили. И я, короче, говорю, не, ребят, так не поедет. И тут толпа говорит, вы чего? И все такие, да ну-ка пропустите, но мы сейчас вам устроим. И, короче, вот она. Под сухарики граница. Я пробежал первым, и вот я только вот сейчас на большой пересадке. Нормально? Нет, тут по мелочи, ворот конечно, пометы. Они промахиваются. Да, тут на этом, наверное. Вот так. А тот... Влетел. Вот на какой машине здесь ездит? Ну вот. А на фуникулёр тут даже не включили. Тут даже грязь уже нормальная. Я еду опять на открытом еду. Поверхности. Ты можешь себе представить? Только здесь останавливаться нельзя. Ну да, а ты села на автобус, да? Ну, вот мы в прошлый раз поднимались. Автобус этот едет все-таки, вот люди, тут я да. сижу, люди подтверждают, что раз в час. Да. Так что я минут. Сейчас не попаду. Может попаду. Сейчас. А сколько сейчас времени? Слушай, а вот на том, реально время? На самом верх забраться, да? Сколько нет? Сейчас где? Времени? Да вон туда наверх. Ну, конечно. На вершину горы. Да, ну если подъем, то я сделаю. А я не успеваю на него. Может там посидеть, обратно спуститься на фуникулёр. Он выходит без 15. Ну туда билеты нужны, да? Я не знаю, вот когда Роза Хутор, она сейчас просто людей не поднимает. Блядь, а раньше за деньги, летом, и круглый год. Либо, ну, все, либо давайте. Катаешься, либо даже когда что-то все на у нас вот катаются, с этим как-то с транспортом нам не везет. Короче, подняться да? в смотровую площадку, посмотреть. Да вообще. Пробки, окажется, вот тут говорят, бывают, именно в Сочи. И если ехать вот сейчас отсюда в Сочи, лучше ехать на ЖД. Потому что там могут быть пробки. Вот как-то так. Ладно, ну увидимся. А, единственное, что спрошу тебя, это самое, места у нас в одном месте
То есть я... А кто? А рядом со мной кто? Yeah.